Здравствуйте, дорогие мои друзья и соратники. Мой сегодняшний выпуск, на первый взгляд, как будто бы выбивается из общей картины моего повествования. Потому что в этом выпуске я планировал поговорить с вами о сейдах. И это было бы логично, потому как стройно вписывается в схему описания аномалии. Вернее, тех мест на Кольском полуострове, где эти аномалии случаются. Причем, как и черный туман, возмущение электромагнитных полей, инфразвуковые всплески и удары, черный туман, плазмоиды, ангел-эхо и прочее – это всего-навсего лишь части единого процесса, который происходит в этих вот аномальных зонах, которые я называю перекрестками, а военные – полянами дураков. И знаете, в чем заключается главная сложность? Приведу, пожалуй, один очень простой пример. Ну, все знают, что такое легковая машина. Для многих это обычное, вернее, обыденное средство передвижения. И их абсолютно не интересует, как эта машина устроена. Что-то там сломалось, отдали мастеру. Мастер же определяет поломку машины, пользуясь знаниями, из чего эта машина состоит. То есть он видит и общую картину, и частности. Создатель же машины из частностей создает общее. Вот и мы с вами, дорогие мои зрители, пытаемся стать этими создателями. Но вернусь, пожалуй, к сейдам. А вернее, к вопросу, почему данный выпуск не о них. А виноват во всем дедушка Хельк. Ведь именно он предложил кое-что измерить и, главное, подсказал чем и как. Ну а я, в свою очередь, в ближайшей майской поездке это и сделаю. И вот уже по результатам данных измерений можно будет продолжать тему сейдов, вернее, вписывать их в общую концепцию механизма. А в этом же выпуске, дорогие мои друзья, мы поговорим с вами об истории, вернее, не совсем так. Сегодня мы рассмотрим с вами один весьма любопытный документ, который появился на свет благодаря полковнику, кандидату технических наук Правдивцеву Виталию Леонидовичу и его соавтору, капитану первого ранга, ветерану подводного флота Литвинову Евгению Петровичу. Ну а сама статья, ссылка на которую, как и на все прочее, будет, как всегда, в описании, называется «К истории изучения аномальных явлений разведкой ВМФ СССР». В послевоенные годы военными и гражданскими моряками различных стран визуально, а также с помощью технических средств, все чаще фиксируются аномальные явления и загадочные объекты как в глубинах Мирового океана, так и на стыке гидро и атмосферы. К таким аномальным явлениям относятся всплывающие или зависающие над водой светящиеся шары, подвижные световые пятна, круги и светящиеся вращающиеся колеса на поверхности воды, бьющие из глубины и перемещающиеся в воде прожекторы и столбы света, вылетающие из-под воды и погружающиеся в воду объекты неизвестного происхождения, неизвестные подводные объекты НПО, передвигающиеся со скоростями, значительно превышающими скорости самых современных подводных лодок. Подводные объекты, за короткое время погружающиеся на недоступные для подводных лодок глубины и всплывающие оттуда к поверхности. НПО – механические воздействующие на погружаемую в глубину технику и морские суда. Массивные подводные объекты неизвестного происхождения, дистанционно влияющие на функционирование техники и вооружения. Акустические и радиоизлучения неизвестного происхождения, исходящие из глубин Мирового океана. Неопознанные летающие объекты, которые появляются в районах сосредоточения военно-морских сил и средств. Наличие явлений и объектов, необычные свойства которых не могут быть объяснены известными физическими законами, а также впечатление разумности их действий, вызывает озабоченность военно-политического руководства любых стран. К тому же, НЛО и НПО нередко демонстрируют очередную неуязвимость для всех видов современного оружия. В свою очередь, их действия иногда приводят к поражению людей и выходу из строя техники. Это вызывает чувство обеспокоенности и естественный интерес со стороны специальных служб, в частности, разведки военно-морских сил, которым приходится сталкиваться с аномальными явлениями в экстремальных условиях.
Важным является понимание природы неопознанных объектов. С одной стороны, вероятный противник может разрабатывать новые системы вооружения, которые могут выглядеть как неопознанные летающие объекты, а с другой стороны, истинные неопознанные объекты можно по незнанию принять за разведывательные или ударные средства потенциального противника, что может привести к труднопредсказуемым последствиям. А возникает также необходимость изучение механизмов воздействия НЛО и НПО на живые организмы и технические средства с целью выработки практических рекомендаций. Все вышеперечисленное объясняет, почему подобные аномальные явления находятся в поле пристального внимания спецслужб всего мира. Однако в данном выпуске мне хотелось бы сфокусировать ваше внимание только на те наблюдения за аномальными явлениями, которые зафиксированы в интересующем нас месте, а именно на Кольском полуострове. Ну а для тех, кто хочет расширить свой кругозор, я настоятельно рекомендую прочитать всю статью. Это и правда интересно, потому что в ней собраны наблюдения, столкновения и прочие моменты, касающихся различных стран, в том числе и США. Кстати, а вот вы никогда не задумывались над одним забавным моментом? В Соединенных Штатах есть такое замечательное место под названием Зона 51. Зона, понимаете? А вот Кольский полуостров и Мурманская область – это какой, простите, регион? Регион, понимаете? Не какая-то там область или зона, а целый регион. Нет, ну конечно же, это все можно списать на совпадение. Ну так совпало, да. Аномалия на аномалии сидит, и аномалии погоняет, и все это 51-й регион. Ну а теперь немного истории. 1976 год. Вспоминает бывший сотрудник разведуправления Генерального штаба ВМФ СССР, капитан первого ранга И.М. Барклай. В наше управление поступала информация, что американцы уделяют очень большое внимание неопознанным летающим объектам. Но мы сами конкретными сведениями по этим вопросам не располагали вплоть до 1976 года, когда несколько офицеров нашего управления стали свидетелями полета НЛО, который маневрировал по горизонтали и по вертикали. Об этом факте мы немедленно доложили начальнику управления, но впоследствии это и явилось толчком для организации наблюдения за подобными явлениями. Через некоторое время поток этой информации с флотов стал очень интенсивным, и было принято решение создать рабочую группу, которая бы занималась систематизацией и анализом получаемых сведений. Созданную в Главном штабе военно-морского флота специальную аналитическую группу возглавил зам главнокомандующего военно-морским флотом адмирал флота Н.И. Смирнов. В эту группу были приглашены офицеры нашего управления, офицеры научно-технического комитета, ученые научно-исследовательских институтов, которые занимались анализом всей этой информации. Работа группы носила конфиденциальный характер, и информация еженедельно докладывалась заместителю главкома ВМФ. Ну и уже после обобщенная информация передавалась в Главное разведывательное управление. Интересная ситуация, не правда ли? О чем нам говорят эти воспоминания? А говорят они нам о том, что к 1976 году аномальные проявления достигли такого пика, что не обращать на это внимания было уже попросту невозможно. И тут знаете, какой парадокс возникает? На первый взгляд кажется, что активность аномалий усилилась и достигла своего пика именно к этому времени. А с другой стороны, что раньше подобное не наблюдали? Наблюдали. Что раньше во все времена не было определенных специальных служб? Были, конечно. И вот обратите внимание, взять ту же эпоху Возрождения, она же эпоха Просвещения, Открытий и так далее. А теперь посмотрите, когда возникла и достигла своего пика Святая Инквизиция. И из этого возникает определенная закономерность. Как только человечество начинает активно развиваться, так сразу же аномалии начинают активизироваться. Ну а разница заключается только в средствах коммуникации и сбора информации. То есть, по сути, все упирается в технические возможности людей.
А еще знаете, что меня в данной ситуации больше всего забавляет? Это мифическая компетентность и авторитетность источника. Приведу один очень простой пример. В одной из своих сказок, ссылка на которую будет в описании, я рассказывал о феномене очереди, где можно было узнать абсолютно любую информацию по поводу того или иного события. И тут, понимаете, абсолютно неважно, кто выступает в роли рассказчика. Жена мичмана Сковородька или кто-то еще. Тут дело в самой информации. Вернее, в ее источнике. И вот если этим источником является эфемерная очередь, то доверие к этой информации, ну, как бы, сами понимаете. Но когда информация поступает, допустим, от главкома ВМФ, то это априори считается истиной. Понимаете, да, о чем я? Однако продолжим. 15 июля 1977 года разведуправлению Генерального штаба ВМФ, Океанографической комиссии при Академии наук СССР были переданы результаты первого этапа научно-исследовательских работ, который назывался «Гидросферный аспект проблемы НЛО». На основании этих результатов были созданы методические указания по организации в военно-морском флоте наблюдений аномалий физических явлений и их воздействия на окружающую среду, живые организмы и технические средства. В этих методичках говорилось: аномальные физические явления или объекты, не отождествленные с известными явлениями или объектами, наблюдаются в нашей стране и за рубежом как случайными наблюдателями, так и профессиональными специалистами. В ряде достоверных случаев наблюдаемые явления приемлемого объяснения пока не получили. В инструкции также давались краткие характеристики аномальных явлений и объектов, и указывалось, что их возникновение и развитие характеризуется изменениями геометрической формы, движением по различным траекториям, маневренностью, световыми эффектами, наличием электромагнитных полей и, возможно, каких-то других видов излучений, которые воздействуют на окружающую среду, живые организмы, электротехнические, радиотехнические и другие устройства. В октябре 1977 года по инициативе командующего Северным флотом адмирала Чернавина методические указания, разработанные в секции подводных исследований Океанографической комиссии, внедряются на Северном флоте. Из воспоминаний Владимира Георгиевича Ажажи. 7 октября 1977 года меня пригласили к адмиралу флота Смирнову. Он при мне, по громкоговорящей связи, связался с оперативным дежурным Северного флота и приказал ему доложить по поводу инцидента с плавучей базой «Волга». Дежурный доложил, что рано утром 7 октября плавбаза подводных лодок «Волга», находящаяся в Баренцевом море в удалении 200 миль от берега, подверглась облету 9 неопознанных летающих объектов, похожих на металлические диски размером с вертолет. Эти объекты маневрировали над плавбазой 18 минут. Командир «Волги», капитан третьего ранга Таранкин, безуспешно пытался связаться по радио с главной базой Северного флота в Североморске, но не было прохождения радиосвязи ни на прием, ни на передачу. И вот тут Таранкин дает всему личному составу совершенно необычную команду. Всем: запоминайте, зарисовывайте и фотографируйте, чтобы, когда вернемся на базу, никто не сказал, что ваш командир сошел с ума. Вот такая была команда. Как только НЛО улетели, возобновилась радиосвязь, пошла радиограмма в Североморск. Ну а через час прилетел самолет-разведчик. Но разведывать было уже нечего. В тот же день при мне Смирнов дал команду заместителю главного штаба вице-адмиралу Навойцеву внедрить методические указания. Ну а потом, через 2 года, эти методические указания, частично переделанные, были направлены и в другие рода войск. В этих методических указаниях были также и инструкции, в которых давались характеристики аномальных объектов и указывалось, что их возникновение и развитие характеризуется изменениями геометрической формы, движением по различным траекториям, маневренностью, световыми эффектами, наличием электромагнитных полей и, возможно, каких-то других видов излучений, воздействующих на окружающую среду, живые организмы, электротехнические, радиотехнические и другие устройства.
вспоминает бывший сотрудник разведуправления Генерального штаба ВМФ СССР капитан первого ранга Барклай. В директиве было четко и твердо определено: никаких агрессивных действий ни электронными средствами, ни маневрами авиации, ни кораблями. В случае, если обнаруживается объект на воде, никаких действий не предпринимать, не провоцировать этот объект на ответную реакцию. Уходить на безопасное, но удобное для наблюдения расстояние. Ну а теперь давайте перейдем к основным типам аномальных явлений и их техническим возможностям. Неопознанные звуковые объекты, НЗО. Это неизвестные источники акустического излучения, исходящего из глубин Мирового океана. Подводники назвали их квакерами. Световые явления неизвестного происхождения – это подвижные световые пятна, круги и светящиеся вращающиеся колеса на поверхности воды, бьющие из глубины прожектора и столбы света, вылетающие из-под воды светящиеся шары – плазмоиды. Неопознанные подводные объекты НПО – которые демонстрируют недостижимые для современного подводного флота технические возможности, и неопознанные летающие объекты – НЛО, регулярно появляющиеся над военно-морскими базами и других районах сосредоточения военно-морских сил и средств. А в данном выпуске я не буду рассматривать все типы аномальных явлений. Ну, во-первых, я не хочу менять квалификацию и становиться уфологом. Ну, а во-вторых, как я уже говорил ранее, я хочу все-таки увидеть весь механизм, а не рассматривать его детали. Ну и в-третьих, по некоторым аспектам нужно будет делать полноценный отдельный выпуск. Ну вот, например, те же плазмоиды. Никто ведь не будет опровергать их наличие. Более того, научный мир прекрасно знает об их существовании. Но до сих пор точно никто не знает, что это такое и откуда оно берется. Но давайте пока их оставим в покое до следующего выпуска. А сейчас я хочу уделить немножечко внимания такому явлению, как квакеры. Вспоминает капитан первого ранга Куличенко, ветеран-подводник, в 1970-е годы старший офицер главного штаба ВМФ СССР. В середине 70-х годов прошлого века в главном штабе ВМФ начался нешуточный переполох. Капитаны атомных подводных ракетных крейсеров, которые возвращались с боевого дежурства из Атлантического океана, словно сговорившись, начали подавать рапорты о странных источниках шума, природу которого акустики не понимали. Звуки были разные и по продолжительности, и по тональности, но большинство напоминало протяжное кваканье лягушки. Их так и прозвали квакеры. Впоследствии это название было узаконено в официальных документах. Вспоминает капитан первого ранга, командир атомной подводной лодки Коржов. В основном квакеров начали фиксировать, когда в составе военно-морского флота появились новые подводные лодки, оснащенные более современными гидроакустическими приборами. Воспоминания Куличенко. Квакеры словно избегали встреч с нами. Иногда акустики засекали кваканье прямо рядом с лодкой. Но потом создавалось впечатление, что источник звука удирает от нас со скоростью в 2-3 раза больше скорости любого подводного судна. Судя по непрерывно меняющемуся пилингу, квакеры кружили вокруг субмарин, меняя частоту и тональность сигналов. У некоторых командиров подводных лодок создавалось впечатление, что их действия вполне осознанны. Особенности квакерского звука в том, что невозможно определить его источник. Звук идет с разных сторон, причем тональность меняется постоянно. Создавалось ощущение, будто бы нечто хочет вызвать подводную лодку на разговор. Сопровождая наши субмарины, они следовали рядом с ними до выхода из какого-нибудь района, а затем, прокваков в последний раз, бесследно исчезали. Никакой агрессии со стороны квакеров не наблюдалось. Более того, создавалось впечатление, что квакеры специально демонстрируют свое миролюбие. И несмотря на то, что за долгие годы наблюдений ни одного столкновения с квакающими объектами не произошло, экипажам подлодок во время этих сопровождений приходилось находиться в постоянном напряжении. Во времена Холодной войны такое явление не могло не заинтересовать командование ВМФ. В конце 60-х годов решением главнокомандующего ВМФ Горшкова, сведомо министра обороны Гречко, при разведуправлении ВМФ была создана группа из нескольких офицеров. Задача – разобраться с квакерами.
был организован не только сбор и анализ сведений, но и предпринята целая серия океанских экспедиций. В океан посылались специально оборудованные суда и разведывательные корабли. Ну, например, Харитон Лаптев. Из донесения капитана второго ранга, фланговского специалиста РТС Ибрагимова. Квакеры удивительно маневренные. Расчеты показали, что они могут перемещаться на скоростях до 150-200 узлов, то есть 370 км в час, стремясь оставаться на носовых курсовых углах по отношению к подводной лодке. Затем район их активности начал расширяться. Если поначалу квакеров в основном встречали в Атлантике, то со временем уже и в Норвежском море, а в дальнейшем и в Баренцевом. Иногда казалось, что квакеры настойчиво пытаются установить связь с нашими субмаринами. Меняют тональность, частоту сигналов, как бы вызывая подводников на своеобразный диалог. Особенно активно они реагируют на гидроакустические посылы с лодок. В начале 80-х годов наши подводники не раз пытались вступить в контакт с квакерами. И вот тут, дорогие мои друзья, происходит самое интересное. В середине 80-х годов программа «Квакер» была закрыта и группы расформированы, а результаты их работ продолжают оставаться секретными до сих пор. И из всего этого я лично могу сделать только один вывод. Этот контакт состоялся. Нет, ну, конечно, вы можете справедливо возразить, мол, какой контакт, военные определили природу этого феномена и успокоились. Успокоиться-то они, может, успокоились, понимая, что это не несет никакой угрозы. Но тогда возникает очень простой вопрос. А почему засекретили? Ну а теперь давайте проведем промежуточный итог. Что же из себя представляют эти загадочные световые и звуковые явления в океанах, а также неопознанные подводные и летающие объекты? Ну, первая версия, как всегда, самая простая и понятная. Это природные явления. Вот только я до сих пор не пойму. Вот те, кто утверждают это, они разобрались, что такое природа? Она им понятна до конца? Давайте посмотрим, что такое природное явление. Расшифровку самого термина. Итак, природные явления – факт или событие, происходящее в природной среде, которое может быть описано и научно объяснено. И на этом все. Да вы издеваетесь. Я сейчас не буду задавать даже наводящих вопросов, а спрошу просто. Господа ученые, что такое электричество? Вы уже поняли? Ну да ладно, я здесь не только для того, чтобы вас троллить. Продолжим. Версия вторая. Существует достаточно аргументированная версия, что многие НЛО и НПО – это продукт деятельности каких-то земных групп, о которых широкие слои общества даже не подозревают. И вот тут возразить нечего, потому что такие группы действительно существуют. Но вот мне бы лично хотелось внести некоторое уточнение в виде вопроса. А эти вот обособленные группы, они существуют как бы сами по себе? Или же все-таки им кто-то подкидывает подарки? Версия третья. Высказывается мнение, что параллельно наземной цивилизации на нашей планете существует древняя высокоразвитая цивилизация, которая особо не скрывает, но и лишний раз не афиширует своего присутствия. И вот тут я скажу честно, эта версия мне нравится пока больше всех. Почему? Спросите вы. Да потому что все результаты моих многолетних исследований, личных, естественно, так или иначе приводят именно к этому выводу. И главное, она ничего не опровергает и ничему не противоречит. Четвертая версия – это инопланетяне. Ну, тут, как говорится, не добавить, не убавить. То есть, не доказать, не опровергнуть. Мне лично они о своем присутствии не докладывали, а вот с теми, кого я называю местными, да и не только я, либо соседями, я знаком, так сказать, не понаслышке. Ну и пятая версия – и те, и те. Ну а почему бы и нет? Ну а перед тем, как завершить данный выпуск, я хочу вам напомнить, что данные версии и все, что я говорил в этом выпуске, высказаны не членами кружка «Веселый шизотерик», а представителями командования,
разведки научными сотрудниками военно-морского флота СССР. А закончу я этот выпуск цитатой адмирала флота Чернавина. Ну да, они есть. И что теперь? Не есть, не пить? Есть и пить. Ну а мы с вами встретимся уже где-то к середине мая, когда я вернусь из своей экспедиции. Спасибо всем за внимание и всего вам доброго!